Помогите мне, Лайтрикс и Корт. Я в заточении. Меня заперли в пещере Лэнс Энд. Пожалуйста, помогите. Я прокралась сюда, чтобы отправить это сообщение, но... Подождите! Нет! Дамочка терпит бедствие. Это по чести Пронто. А я думал, по твоей части это вздремнуть часок-другой. Не навешивайте на меня ярлыки, сэр. Пронто нельзя загонять в рамки. Лэнс Энд? Это очень-очень далеко. Должен же быть там кто-то, кто может ей помочь. Никаких отговорок. Она обратилась к нам поименно. Да, но к Пронто она не обращалась. Взывать ко мне о помощи излишне при моей-то героической репутации. Кажется, это здесь. С этим она передала нам послание. Ну а где же дамочка? Я здесь! Я не дамочка. И уж точно не терплю бедствия. Западня! Если ты работаешь на Блэка, ты новенький. А, с ним я сыграю на следующей неделе. А сейчас вы участники игры. Игры? Какой игры? Той, в которую мы сыграем и ради которой вы здесь. Кто ты такой? Разве это не очевидно? Я компьютерный гений! И что круче всего в моей игре, так это то, что проиграв, вы не просто теряете очки. Вы теряете все. Испытание мы игрой. Мы воздержимся от участия в твоей игре. Какая-то картинка. Вроде голограммы. Ты правда думал, что все будет так просто? Ваш соперник — лучший мозг пещеры. Что за экземпляр? Вы должны почитать за честь, что я выбрал вас в качестве противников. Если ты крутой, почему мы о тебе не слышали? Да потому что проигравшие не могут говорить. Мы не станем проигравшими, мы не будем играть. Мы уходим. А что это вы делаете? Я, наверное, нажал не на ту кнопку. Прошу прощения. Держитесь, я вас сейчас опущу. Какое бы теперь нажать? Энники, беники, ели вареники. Ой-ой, я, должно быть, активировал режим давилки. Надо же, я ведь не знаю, как его отменить. Без паники, стойте на месте, я спешу на помощь. Надо убираться отсюда, иначе команда Шейна превратится в брикет. Ты думаешь? Кстати, о помощи. Кажется, тут никого нет. Но мне удалось найти диджея. Йоу-йоу-йоу! MC Mix Master сегодня в ударе! Я тут поставил музыку под нее. Процесс пройдет быстрее. Что, джаз? Терпеть не могу джаз! Это очень подходящая музыка, чтобы быть под нее раздавленным. Выключите ее! Трикси, стреляй Рамстоном в этот шов. Джулс сделает остальное. Все равно, что будет со стенами. Сделайте так, чтобы эта музыка прекратилась. Джулс! Баджон! Вызывай всех слагов! А, сюда! А! Фу!
Захватывающе, не правда ли? А это было всего лишь первое испытание. Первое и последнее ненормальное. Просто отдай нам наших слагов и разойдемся по-хорошему. Мне стоило немалых забот и расходов устроить это соревнование с вами. Я выбираю только лучших. А согласно моему исследованию, вы трое лучшие. Я не посчитал нужным собрать досье на крота. Ах да, так что Пронто остается неразгаданной загадкой. Мои правила просты. Я забираю всех слагов, которых вы используете, пройдете все испытания, я их верну. Илай, мы растеряем всех слагов. Мы не уйдем отсюда без Джулса и остальных. Этот настрой по мне. Итак, леди и джентльмены, вас ждет следующее испытание. Нажмите на рычаг и выиграйте приз. Поехали! Крутись, вертись, барабан! И остановится он неведомо ни нам, ни вам! Только не свобода, только не свобода, только не свобода, только не свобода! Было и правда горячо, не так ли? Посмотрим, что вы выиграли! Не знаю, что задумал этот чокнутый, но мы должны попытаться справиться с этим без слагов! Эй! Это и было испытание? Нет! Вот оно! Думаю, самое время пересмотреть правила о неиспользовании слагов. Думаю, ты, возможно, прав. Ладно, но теперь мы остались без базы. Надеюсь, это того стоило. О, для меня уже точно. Пронто! Супер! Еще один слаг. Отличное дополнение к моей коллекции. Но я не могу все время брать и ничего не давать взамен. Вот, держите яблочко. Ну же, вперед! Это прямо-таки напичка на аромат. Ага, два моста! Но только по одному из них вы сможете безопасно перейти на другой сторону. Так какой из них? Выбирайте быстрее! Это ведро червивых яблок вот-вот опрокинется! Почему бы нам просто не переплыть? Это зыбучие пески. Вот именно! Он ведь не ждет, что мы воспользуемся дряхлым мостом. Или наоборот. Быстрее, Лай, надо решать! Ой, неправильный выбор! Скорее, на другой мост! Надо было захватить с собой плавки! А, Пронто! Может быть, он выберется. Из зыбучих песков не выбираются. Компьютерный гений, ты слышишь меня? Тебе же будет лучше, если Пронто будет здесь, когда мы с этим покончим. За проигрыш полагается расплата. Для Пронто испытания закончились. Для вас еще нет. Я думал, этот мост получше. Это же весело! Жаль, что вы не можете видеть выражение своих лиц, хотя... Почему нет? Нам даже не нужны слаги, чтобы справиться с твоими испытаниями. Хватит! Ха. Еще рано! Увидите! Все оборудование, кажется, где-то внизу. И он должен быть там с нашими слагами. Пронто. Его копательные навыки были бы сейчас очень кстати. Да уж, я так и слышу нашего милого коротышку. А? Вы это слышали? Это он говорит с нами из небытия? Нет! Из темного подземелья, где кое-кто не соблюдает правил о предоставлении хорошо освещенного рабочего места.
Как ты выжил в зыбучих песках? А что тут такого? Кроты проводят отпуск на зыбучих песках. И к тому же я прорыл тоннель наружу. Считай, мы внедрили тебя в качестве агента. Узнай, откуда наш мастер управляет всеми процессами, и доложи. Будь осторожен. Он не должен знать, что ты там внизу разнюхиваешь. Ясно. Агент Пронто приступает к заданию «Тише воды, ниже травы». Трое участников все еще стоят тут. Вы и правда самые необычные из тех, с кем я имел дело. Так и я об этом! А вот нам как-то не по приколу играть против одинокого чудака, у которого слишком много свободного времени. У меня были припасены для вас интересные задания, но почему бы сразу не перейти к финальному испытанию? В этот раз каждый сам за себя. Итак, Элай, герой для людей слагов, а сможешь ли ты спасти и тех, и других? И если нет, кого ты выберешь? Я вас знаю, вы из зомби-мола. Что вы тут делаете? Не могу сказать, что это была не моя затея. Нам нужно было ехать в круиз, Сильвия. Нужно вывести тебя из твоей зоны комфорта, что сказал доктор про мою зону комфорта? Доктор Шмоктер, тоже мне. Не надо этого делать здесь, на публике. Трикси, добрая, милая Трикси, как насчет небольшой стрелковой практики, 5 мишеней, 5 выстрелов, если ты, конечно, сдюжишь. Я не буду тратить слагов на твои глупые игры, не дождешься. Тогда позволь мне обеспечить тебя слагами. Хотя я сильно сомневаюсь, что это тебе поможет. О чем это ты? Я что, не умею стрелять? Посмотрим, посмотрим. Удачный выстрел! О, Говард, какой адреналин! Сильвия, ты знаешь, я не люблю такие вещи. Так кто это будет? Слаги или люди? Или герой будет спасать самого себя? Горд, блестящий инженер! У тебя есть 2 минуты на то, чтобы соорудить для меня нечто невообразимое. Или у твоих друзей будет неприятный сюрприз. Элай, ты меня слышишь? Трикси! Эти стулья превосходного качества. Ты только посмотри. Сильвия, не время обсуждать столярное ремесло. Что-то тут не так. Ладно, парень, задай им. Я знаю, от копчености у тебя газы. А, вот в чем его игра. Итак. Что это за штуковина такая? Надо было отправиться в круиз, Сильвия. Прекрасный дьявол вызывает босса. Я тут наткнулся на сосуд и нашел слагов. Такое ощущение, что они подсоединены к нему. Это выглядит ужасающе. Вот зачем он их ворует. Он как-то использует их энергию, чтобы черпать силы для себя и этой игры. Вот оно. Я понял. Итак, Корт, что ты для меня изготовил? Реактивный ранец, но не для тебя. Конечно, но из-за тебя я промазала. Если бы ты попала в цель, ты бы отправила Элай к праотцам, да и себя тоже.
О, это было бы плохо. Это реактивный ранец? Был когда-то. Прохлаждаешься, когда их вот-вот настигнет злой рок? Надо развивать стратегическое мышление. Эти двое не отреагировали на запах, значит, они твои роботы. И я знаю, ты не причинишь вред слагам, от них ты черпаешь энергию. Да что ты? Что еще ты знаешь? Что ты обычный компьютерный фрик, который не вылезает из подвала и живет в придуманном им мире, черпая энергию от слагов. Откуда ты это знаешь? Никто не смеет собирать на меня досье! Может, прекратишь играть с роботами и голограммами и сразишься со мной в реальном мире? Ха! Попробуй поймай! Илай! Я даже укажу вам дорогу! Мы все не уместимся! Очередное испытание! Я останусь! Вы залезайте! О, друзья до гроба! Какие благородные неудачники! Не такие уж мы благородные! Просто нашли транспорт получше! На экспрессе пронто! Ту-ту! Надо было изучить этого крота! Все, игре конец, парень! Давай сюда наших слагов! Вы думаете, меня одолели? Подумайте еще раз. Осталось последнее испытание. Пройти через меня. А со всей той энергией слагов, что я накопил, вам не суждено отсюда выбраться. Никогда. Прекрасный дьявол вызывает босса. Дело совсем плохо. Илай вызывает Пронто. Я знаю. Скорее в укрытие! Это ведь должно было быть честным соревнованием! Этот слаг сделал его еще сильнее! Но своим жульничеством... Ты все испортил! Не попал! А потом вы вламываетесь в мой дом и предъявляете претензии! Неплохая попытка, но нужно нечто большее, чтобы меня остановить. Оу! Значит, ты, пронырливый крот, ты главный нарушитель! Я закопаюсь туда. 10 минут максимум. Пронто! Давайте, стреляйте дальше. Это только делает меня сильнее. Что у нас? Последний слаг. У меня тоже. Используй эксмитр, Илай. Обесточим его. Мы тоже будем обесточены. А для моей задумки мне нужен бластер. Да, Берг? Сдвоенные слаги. Здорово! Используем то, что у нас осталось, по максимуму. Вы снова жульничаете! Нам стыдно, но мы переживем. Но вы вряд ли переживете это!
Я включил обратный отсчет, и через каких-то пару минут эта пещера взлетит на воздух. Времени хватит либо поймать меня, либо спасти своих слагов. Решайте. Не ошибитесь с выбором. Он прав. Скоро тут все взлетит на воздух. Забудь о нем! Хватай слагов! Кажется, все! Уходим отсюда! Быстро! Не останавливайтесь! Все еще на свободе. Думаю, нам теперь следует опасаться разного рода мнимых криков о помощи. Этот был не таким уж мнимым. Мы спасли их. Ладно, Сиси. Если ты пытаешься тихо меня преследовать, я обеспечу тебе громкое падение. Но! Хочешь с ним развлечься, Берпи? Ничем его не проймешь. Придется убедить его уйти отсюда. А мы можем быть очень убедительными, да, ребята? Небольшой совет, Сиси! Если в следующий раз Блэк решится меня преследовать, пусть пришлет кого-то еще! Он уже послал. Мы и раньше попадали в передряги. Да, Берпи? Берпи! Берпи, что случилось? Источник света. Доктор Блэк, мы окружили банду Шейна. Вы только прикажите, и ему не жить. Твоя самоуверенность тебя погубит. Он со своим инфернусом очень опасен. Об этом даже не беспокойтесь. Его слаг болен. Его слаг болен? Да. Он даже не смог противостоять Флопперу. И что мне делать? Отпусти его. Что? Подбей его управляемым слагом и отпусти. Мы же подбили его! Есть шанс его уничтожить! Выполняй мой приказ, иначе тебе конец! Ха. Не обещаю, что он во время схватки не пострадает. Нужно отправить Берпи домой. Шрапнель на счет три. Раз, два, три. Нет, не змей. Ха-ха-ха!
Надо же! Этот гул настоящий зверь! Мы бы точно пропали! Надеюсь, все получилось. Вы молодцы, ребята! Органические безнатриевые овощи и сласти из пырея за мой счет! Серьезно? Опять? Я принесу лестницу. Да, знаю, о чем вы думаете, но они это начали. Этого, Макс Джексон. Я хотел посмотреть поцелуи от парящего клопа, а они навязали мне 2000 жестких ударов Макса Джексона. Я мог и повысить голос, но... Это не дает им никакого права так поступать. Вот ты где. Что-то случилось с Берпи. Не знаю, что случилось. Никогда его таким не видел. Я не видел ни одного слага в таком виде. У малышей порой бывают проблемы с энергетической зарядкой, но чтобы настолько больной... Бедняжка, он даже пошевелиться не может. Ты поправишься, Берпи. Ведь можно что-то сделать. Хе-хе, если можно, то ни тролль, ни человек, ни кротообразный об этом не знает. Снова поссорились из-за кино? Но я не отступлю. Берпи нужна помощь. Ты же знаешь, мы с тобой, Элай. Но мы не представляем, что делать. Зато они знают. Держись, друг. Мы скоро там будем. Где бы это ни было. Смеркается. И страшно. Все это место сводит меня с ума. Жуть. Это потому, что мы попали в зону клана теней. Берпи, нам сюда? Я сюда не пролезу. Должен быть другой вход, пошире. Да, но как нам его найти? Спросим. Это их территория. Наверняка клан теней знает, что делать. Никогда их нет рядом, когда они так нужны. А зачем они рядом? О, они очень серьезные привидения. Какие страшные. Не то, что Пронто боится, но... Ничего, Корт. Я займусь. Это священная земля, уходи. Мне нужна ваша помощь. И этот огонь скоро угаснет. А когда это произойдет, его больше не будет. Понимаю, почему слаги привели тебя сюда, к источнику света. Источник света? Что это? Источник света на 50% предания, на 50% знания и 50% тайны. И я думаю, что именно там подзаряжаются слаги. Я отнесу туда Берби. Покажите дорогу. Путь к источнику света не для людей. Ты можешь даже не вынести этого путешествия. Я готов пойти на этот риск. В любом случае, я спасу моего друга. И не забывай, Сэншейна, ты сам об этом попросил. Прямо за тобой, Элай! Почему-то у меня создалось впечатление, что Пронто оскорбили. Он сказал, что только я могу пойти. Элай, нет! Ты не можешь отправиться один. Ничего, если это нужно для спасения Берпи... Я это сделаю. И я не один. Со мной малыши. Они покажут дорогу. О, разумеется, они должны идти. Доктор Блэк, система слежения работает идеально.
Наверное, нам сюда? Ладно. Попробуем еще раз. Спокойно, от камня к камню. Давай, дружок, реагируй! Заряжено, все наготове. Так, нужны новые идеи. Да, двойной ствол это остановит. Единственная проблема — две руки. Кажется, у нас всего один выстрел. Прямое попадание! Спасибо, ребята. Держись, Барби. Мы почти на месте. Надеюсь. Я считаю это неправильным, что Элай там один. Ну, конечно, это неправильно. Как Лантиней мог вообразить, что только Элай этого достоин? Пронто великолепный очень подходит. Он достоин. Брат, я не это... Простите? Я полагаю, тут какая-то ошибка. Скорее всего, из-за вашего незнания, насколько необыкновенен Пронто дивный. О, я понимаю. Это не я. У меня дурное предчувствие. Что ж, будем надеяться, что они только пожурят Пронто. Нет, это не то. Ты видел это? Ох! Что это за запах? О, запах хуже, чем от кучки вонючих хинкусов. Отвратительно. Запах внутри туннеля ужасен. Это не туннель. Минуточку. Если он нас выплюнул, значит, мы проползли через... Мерзость! Я ни за что туда не вернусь! Чиллер! Как только мы вылечим Берпи, сразу же примем душ. Элай говорил нам, что ты, Сиси, отвратителен в своем коварстве. Но ты действительно омерзителен. Я бы не советовал тебе стонать. Все еще впереди, когда клан Тени с тобой разделается. Я занял позицию уничтожить противника. Ха-ха! Зададим им жару! Они атакуют клан теней? Неужели Сиси так глуп? Все вопросы потом. Не желаю ничего упустить. Клан Тени отступает! Что такое? Вам не нравится мой луч темного света? А
не бойтесь, Пронто достойно спасет положение. Здесь тепло и благоухание? Опять ты! Прочь отсюда! Надо же! Это существо наносит удары. Хорошо хоть одно, а не... А? Целый рой! Мы в окружении роя! Дозер? Надеюсь, ты прав. Пусть немного поспят. Ха-ха, мило. Источник света. Это чудо. У нас получилось, Барби? Ну, конечно, получилось. Благодаря тебе. Лэг! Что вам надо от источника света? Что мне надо? Разрушить его. Как сюда попал Блэк? Я могу ответить. Гул слежения, который Сиси пустил по вашему следу, нам помог. Отвратительно! Что ж, нужно отдать тебе должное. Вряд ли я сумел бы сюда добраться, если бы ты не преодолел все препятствия. У тебя наверняка был сильный стимул. Барби? Барби! Нет! У тебя ничего не выйдет. Кажется, ты ошибся. Мне удалось. Что ж, поздравляю. Мы здесь застряли? Шанс у нас есть, если нам поможет клан Тени. Ну, мы для них недостойны. Они нас игнорируют. По-моему, это означает, что клан Теней дал согласие. Без источника света слаги не смогут восстанавливать энергию. А без твоих слагов править будут мои гулы. Прощай, источник света. Барби! О нет! Я вне игры! Я тоже. Ха, выбрали! У них кончились боеприпасы. Я научу этих невежд манерам. О нет, вы нас одолели. Хотя нет, ничего подобного. Это уловка! Возвращайтесь сюда, в темноту! Нет! Ха, вот вам урок, не связывайтесь Пронто! У нас получилось! У нас не получилось! Они хотят сказать, что кто-то еще попал в источник света!
Еще один выстрел завершит дело. А знаешь, я хотел лицезреть уничтожение источника света. Но из-за тебя я вдруг передумал. Что? Мои улы! Барби! Что? Что произошло? Куда вы его увели? В непосредственной близости от источника света. Наши возможности ограничены. Мы лишь можем отправить его через царство теней в иное место. Из-за этих мерзких существ, так называемых гулов, пострадал этот инфернус. Из-за гулов Блэка заболел Берби? Энергия, которая притягивает слагов к слагтерии, ослабевает. Если гулы не прекратят это, наступит власть мы. Положитесь на нас, мы остановим Блэка. Спасибо вам за все. Сейчас не время для благодарности. Борьба за всю Слагтеру только начинается. Они тебе сейчас поклонились? Илай! Как Берби? Сама посмотри. Да, Берби! Не знаю, что здесь произошло, но ты произвел на клан Тени неизгладимое впечатление. А-а-а, ничего такого. Так и должно было случиться. Стоило им познакомиться с Пронто. Достойным. Я рад, что все позади. Нет. Остальные слаги заболеют, как и Берби, если мы не остановим Блэка. Это только начало. Слагтерра. Автор идеи Азаф Фипке. Режиссер Джонни Даррелл. Автор сценария Роб Ходжи и Скотт Зонеборн. Исполнительные продюсеры Азаф Фипке, Чак Джонсон, Кен Фейер, Роб Ходжи. Художники Энди Пун, Брэд Бин, Дерек Ток. Композитор Брайан Карсон. На русский язык фильм дублирован в 2013 году. Но! Нужно отправить Берби домой! Шрапнель на счет три! Раз, два, три! Нет, не змей! Надо же! Этот гул настоящий зверь! Мы бы точно пропали! Надеюсь, все получилось. Вы молодцы, ребята! Органические безнатриевые овощи и сласти из пырея за мой счет! Серьезно? Опять? Я принесу лестницу. Да! Знаю, о чем вы думаете, но они это начали! Этого, Макс Джексон! Я хотел посмотреть поцелуи от парящего клопа, а они навязали мне 2000 жестких ударов Макса Джексона. Я мог и повысить голос, но... Это не дает им никакого права так поступать. Вот ты где! Что-то случилось с Берби. Не знаю, что случилось. Никогда его таким не видел. Я не видел ни одного слага в таком виде. У малышей порой бывают проблемы с энергетической зарядкой, но чтобы настолько больной...
Бедняжка, он даже пошевелиться не может. Ты поправишься, Берпи. Ведь можно что-то сделать. Если можно, то ни тролль, ни человек, ни кротообразный об этом не знает. Снова поссорились из-за кино? Но я не отступлю. Берпи, нужна помощь. Ты же знаешь, мы с тобой, Элай. Но мы не представляем, что делать. Зато они знают. Держись, друг. Мы скоро там будем. Где бы это ни было. Смеркается. И страшно. Все это место сводит меня с ума. Жуть. Это потому, что мы попали в зону клана теней. Берпи, нам сюда? Я сюда не пролезу. Должен быть другой вход, пошире. Да, но как нам его найти? Спросим. Это их территория. Наверняка клан теней знает, что делать. Никогда их нет рядом, когда они так нужны. А зачем они рядом? О, они очень серьезные привидения. Такие страшные. Не то, что Пронто боится, но... Ничего, Корт. Я займусь. Это священная земля. Уходи. Мне нужна ваша помощь. И этот огонь скоро угаснет. А когда это произойдет, его больше не будет. Понимаю, почему слаги привели тебя сюда, к источнику света. Источник света? Что это? Источник света на 50% предания, на 50% знания и 50% тайны. И я думаю, что именно там подзаряжаются слаги. Я отнесу туда Берби. Покажите дорогу. Путь к источнику света не для людей. Ты можешь даже не вынести этого путешествия. Я готов пойти на этот риск. В любом случае, я спасу моего друга. И не забывай, Сэншейна. Ты сам об этом попросил. Прямо за тобой, Элай! Почему-то у меня создалось впечатление, что Пронто оскорбили. Он сказал, что только я могу пойти. Элай, нет! Ты не можешь отправиться один. Ничего. Если это нужно для спасения Берпи, я это сделаю. И я не один. Со мной малыши. Они покажут дорогу. О, разумеется, они должны идти. Доктор Блэк, система слежения работает идеально. Наверное, нам сюда? Нет, свобода! Было и правда горячо, не так ли? Посмотрим, что вы выиграли. Не знаю, что задумал этот чокнутый, но мы должны попытаться справиться с этим без слагов. Это и было испытание? Нет! Вот оно! Думаю, с
самое время пересмотреть правила о неиспользовании слагов. Думаю, ты, возможно, прав. Ладно, но теперь мы остались без базы. Надеюсь, это того стоило. О, для меня уже точно. Пронто! О! Супер! Еще один слаг. Отличное дополнение к моей коллекции. Но я не могу все время брать и ничего не давать взамен. Вот, держите яблочко. Ну же, вперед! Это прямо-таки напичкано ароматом. Ага, два моста. Но только по одному из них вы сможете безопасно перейти на другой сторону. Так какой из них? Выбирайте быстрее. Это ведро червивых яблок вот-вот опрокинется. Почему бы нам просто не переплыть? Это зыбучие пески. Вот именно. Он ведь не ждет, что мы воспользуемся дряхлым мостом. Или наоборот. Быстрее, Лай, надо решать. Ой, неправильный выбор. Скорее, на другой мост. Надо было захватить с собой плавки. Пронто! Может быть, он выберется. Из зыбучих песков не выбираются. Компьютерный гений, ты слышишь меня? Тебе же будет лучше, если Пронто будет здесь, когда мы с этим покончим. За проигрыш полагается расплата. Для Пронто испытания закончились. Для вас еще нет. Я думал, этот мост получше. Это же весело! Жаль, что вы не можете видеть выражение своих лиц, хотя... Почему нет? Нам даже не нужны слаги, чтобы справиться с твоими испытаниями. Хватит! Ха, еще рано! Увидите! Все оборудование, кажется, где-то внизу. И он должен быть там с нашими слагами. Пронто. Его копательные навыки были бы сейчас очень кстати. Да уж, я так и слышу нашего милого коротышку. Вы это слышали? Это он говорит с нами из небытия? Нет, из темного подземелья, где кое-кто не соблюдает правил о предоставлении хорошо освещенного рабочего места. Как ты выжил в зыбучих песках? А что тут такого? Кроты проводят отпуск на зыбучих песках. И к тому же я прорыл тоннель наружу. Считай, мы внедрили тебя в качестве агента. Узнай, откуда наш мастер управляет всеми процессами, и доложи. Будь осторожен. Он не должен знать, что ты там внизу разнюхиваешь. Ясно. Агент Пронто приступает к заданию «Тише воды, ниже травы». Трое участников все еще стоят тут. Вы и правда самые необычные из тех, с кем я имел дело. Так и я об этом! А вот нам как-то не по приколу играть против одинокого чудака, у которого слишком много свободного времени. У меня были припасены для вас интересные задания, но почему бы сразу не перейти к финальному испытанию? В этот раз каждый сам за себя. Итак, Элай, герой для людей слагов, а сможешь ли ты спасти и тех, и других? И если нет, кого ты выберешь? Я вас знаю, вы из зомби-мола. Что вы тут делаете? Не могу сказать, что это была не моя затея. Нам нужно было ехать в круиз, Сильвия. Нужно вывести тебя из твоей зоны Помнишь, комфорта, Помнишь, что сказал Говард? Доктор про мою зону комфорта? Доктор Шмоктер тоже мне. Не надо этого делать здесь, на публике. Трикси, добрая, милая Трикси, как насчет небольшой стрелковой практики, м? 5 мишеней, 5 выстрелов, если ты, конечно, сдюжишь. Я не буду тратить слагов на твои глупые игры, не дождешься. Тогда позволь мне обеспечить тебя слагами.
Хотя я сильно сомневаюсь, что это тебе поможет. О чем это ты? Я что, не умею стрелять? Посмотрим, посмотрим. Удачный выстрел! Десять минут максимум. Пронто! Давайте, стреляйте дальше. Это только делает меня сильнее. Что у нас? Последний слаг. У меня тоже. Используй эксмитр, Элай. Обесточим его. Мы тоже будем обесточены. А для моей задумки мне нужен бластер. Да, Берк? Сдвоенные слаги. Здорово! Используем то, что у нас осталось, по максимуму. Вы снова жульничаете! Нам стыдно, но мы переживем. Но вы вряд ли переживете это. Я включил обратный отсчет. И через каких-то пару минут эта пещера взлетит на воздух. Времени хватит либо поймать меня, либо спасти своих слагов. Решайте. Не ошибитесь с выбором. Он прав. Скоро тут все взлетит на воздух. Забудь о нем! Хватай слагов! Кажется, все! Уходим отсюда! Быстро! Не останавливайтесь! На свободе. Думаю, нам теперь следует опасаться разного рода мнимых криков о помощи. Этот был не таким уж мнимым. Мы спасли их. Ладно, Сиси. Если ты пытаешься тихо меня преследовать, я обеспечу тебе громкое падение. Но! Хочешь с ним развлечься, Берпи? Ничем его не проймешь. Придется убедить его уйти отсюда. А мы можем быть очень убедительными, да, ребята? Небольшой совет, Сиси! Если в следующий раз Блэк решится меня преследовать, пусть пришлет кого-то еще! Он уже послал. Мы и раньше попадали в передряги. Да, Берпи? Берпи!
Окружили банду Шейна. Вы только прикажите, и ему не жить. Твоя самоуверенность тебя погубит. Он со своим инферносом очень опасен. Об этом даже не беспокойтесь. Его слаг болен. Его слаг болен? Да. Он даже не смог противостоять флопперу. И что мне делать? Отпусти его. Что? Подбей его управляемым слагом и отпусти. Мы же подбили его! Есть шанс его уничтожить! Выполняй мой приказ, иначе тебе конец! Ха! Не обещаю, что он во время схватки не пострадает. О, Говард! Какой адреналин! Сильвия, ты знаешь, я не люблю такие вещи. Так кто это будет? Слаги или люди? Или герой будет спасать самого себя? Горд, блестящий инженер, у тебя есть 2 минуты на то, чтобы соорудить для меня нечто невообразимое. Или у твоих друзей будет неприятный сюрприз. Элай, ты меня слышишь? Трикси! Эти стулья превосходного качества. Ты только посмотри. Сильвия, не время обсуждать столярное ремесло. Что-то тут не так. Ладно, парень, задай им. Я знаю, от копчености у тебя газы. А, вот в чем его игра. Итак. Что это за штуковина такая? Надо было отправиться в круиз, Сильвия. Прекрасный дьявол вызывает босса. Я тут наткнулся на сосуд и нашел слагов. Такое ощущение, что они подсоединены к нему. Это выглядит ужасающе. Вот зачем он их ворует. Он как-то использует их энергию, чтобы черпать силы для себя и этой игры. Вот оно. Я понял. Итак, Корт, что ты для меня изготовил? Реактивный ранец, но не для тебя. Спасибо, конечно, но из-за тебя я промазала. Если бы ты попала в цель, ты бы отправила Элай к праотцам, да и себя тоже. О, это было бы плохо. Это реактивный ранец? Был когда-то. Прохлаждаешься, когда их вот-вот настигнет злой рок? Надо развивать стратегическое мышление. Эти двое не отреагировали на запах, значит, они твои роботы. И я знаю, ты не причинишь вред слагам, от них ты черпаешь энергию. Да что ты? Что еще ты знаешь? Что ты обычный компьютерный фрик, который не вылезает из подвала и живет в придуманном им мире, черпая энергию от слагов. Откуда ты это знаешь?
Никто не смеет собирать на меня досье! Может, прекратишь играть с роботами и голограммами и сразишься со мной в реальном мире? Ха! Попробуй поймай! Илай! Я даже укажу вам дорогу! Мы все не уместимся! Очередное испытание! Я останусь! Вы залезайте! О, друзья до гроба! Какие благородные неудачники! Не такие уж мы благородные! Просто нашли транспорт получше! На экспрессе пронто! Надо было изучить этого крота! Все, игре конец, парень! Давай сюда наших слагов! Вы думаете, меня одолели? Подумайте еще раз. Осталось последнее испытание. Пройти через меня. А со всей той энергией слагов, что я накопил, вам не суждено отсюда выбраться. Никогда. Прекрасный дьявол вызывает босса. Дело совсем плохо. Элай вызывает Пронта. Я знаю. Скорее в укрытие! Это ведь должно было быть честным соревнованием! Этот слаг сделал его еще сильнее! Но своим жульничеством ты все испортил. Не попал. А потом вы вламываетесь в мой дом и предъявляете претензии. Неплохая попытка, но нужно нечто большее, чтобы меня остановить. Оу! Значит, ты, пронырливый крот, ты главный нарушитель! Я закопаюсь туда! Помогите мне, Элай, Трикси, Корт! Я в заточении. Меня заперли в пещере Лэнс Энд. Пожалуйста, помогите! Я прокралась сюда, чтобы отправить это сообщение, но... Подождите! Нет! Дамочка терпит бедствие, это по чести Пронто. А я думал, по твоей части это вздремнуть часок-другой. Не навешивайте на меня ярлыки, сэр. Пронто нельзя загонять в рамки. Лэнс Энд? Это очень-очень далеко. Должен же быть там кто-то, кто может ей помочь. Никаких отговорок. Она обратилась к нам поименно. Да, но к Пронто она не обращалась. Взывать ко мне о помощи излишне при моей-то героической репутации. Кажется, это здесь. С этим она передала нам послание. Ну а где же дамочка? Я здесь! Я не дамочка. И уж точно не терплю бедствия. Западня! Если ты работаешь на Блэка, ты новенький. А с ним я сыграю на следующей неделе. А сейчас вы участники игры. Игры? Какой игры? Той, в которую мы сыграем и ради которой вы здесь. Кто ты такой? Разве это не очевидно? Я компьютерный гений. И что круче всего в моей игре, так это то, что проиграв, вы не просто теряете очки. Вы теряете все. Yeah!
испытании мы игрой. Мы воздержимся от участия в твоей игре. Какая-то картинка. Вроде голограммы. Ты правда думал, что все будет так просто? Ваш соперник – лучший мозг пещеры. Что за экземпляр? Вы должны почитать за честь, что я выбрал вас в качестве противников. Если ты крутой, почему мы о тебе не слышали? Да потому что проигравшие не могут говорить. Мы не станем проигравшими, мы не будем играть. Мы уходим. А что это вы делаете? Я, наверное, нажал не на ту кнопку. Прошу прощения. Держитесь, я вас сейчас опущу. Какое бы теперь нажать? Энники, беники, ели вареники. Ой-ой, я, должно быть, активировал режим давилки. Надо же, я ведь не знаю, как его отменить. Без паники, стойте на месте, я спешу на помощь. Надо убираться отсюда, иначе команда Шейна превратится в брикет. Ты думаешь? Да, кстати, о помощи. Кажется, тут никого нет. Но мне удалось найти диджея. Йоу-йоу-йоу! MC Mixmaster сегодня в ударе! Я тут поставил музыку под нее. Процесс пройдет быстрее. Что, джаз? Терпеть не могу джаз! Это очень подходящая музыка, чтобы быть под нее раздавленным. Выключите ее. Трикси, стреляй Рамстоном в этот шов. Джулс сделает остальное. Все равно, что будет со стенами. Сделайте так, чтобы эта музыка прекратилась. Джулс! Баджон! Вызывай всех слагов! А? Сюда! А! Фу, захватывающе, не правда ли? А это было всего лишь первое испытание. Первое и последнее, ненормальный. Просто отдай нам наших слагов и разойдемся по-хорошему. Мне стоило немалых забот и расходов устроить это соревнование с вами. Я выбираю только лучших. А согласно моему исследованию, вы трое лучшие. Я не посчитал нужным собрать досье на крота. Ах да? Так что Пронто остается неразгаданной загадкой. Мои правила просты. Я забираю всех слагов, которых вы используете, пройдете все испытания, я их верну. Илай, мы растеряем всех слагов. Мы не уйдем отсюда без Джулса и остальных. Этот настрой по мне. Итак, леди и джентльмены, вас ждет следующее испытание. Нажмите на рычаг и выиграйте приз. Поехали! Короче, свертись, барабан! Не остановится он неведомо ни нам, ни вам! Только не свобода, только не свобода, только не свобода, только...